Салем, Казахстан. Я в прямом эфире. Свободный Казахстан вещает из Киева, временно, из Украины. И мы сделаем политическое обозрение новостей, которые были сегодня и вчера. А новостей было немало. Самая свежая новость – это арест и посадка буквально случайного человека по поводу 16 декабря. И 16 декабря то, что будет отмечаться для всех великий праздник казахов, это праздник великого духа. То, что казахи поднялись 30 лет назад, в 86 году, я тогда был школьником и многих вещей не понимал. Я вырос в Аркалыке, в то время 7-я школа, мои родители были парторгами в педагогическом институте, в музыкальном училище. И я с севера Казахстана, где, в принципе, доля казахов к тому времени за счет интервенции демографической, за счет переезда по целине и другие волны колонизации, русификации, получилось так, что, допустим, в моем Аркалыке, в моем классе из 30 детей, только 5 детей были казахами. И мы стремительно забывали свой родной язык. Я на улице общался по-русски, детский садик был русский, школа русская, пединститут русский и так далее, и так далее. И в этом отношении Казахстан сильно выбивался из всех республик, на фоне особенно, допустим, таких как Грузия, Армения, Азербайджан, где доля коренного населения была очень высокой, и поэтому государственный язык Москва никак не могла сломать. Но в Казахстане государственный язык, казахский язык Москва ломала активно, русификации. И доходило до такой наглости, что казахам не позволяли говорить на родном языке в общественных местах. Обрубали, заставляли говорить людей на русском языке. Вот эту картину, конечно же, все казахов вымучило. И в день 16 декабря просто все взорвались, когда попытались навязать Колбина. И где-то через год, через 2-3 я потихоньку это начал созревать, понимать, когда общался со студентами в Алмате с разных вузов и с разных регионов, с Алматы, с Джамбула, с Семипалатинска, и они мне многие вещи объясняли, показывали. И я понимаю, что на самом деле вот эти вещи просто на самом деле страшные. И я, когда начал публиковать свои статьи в «Казахской правде», я сразу говорил и писал, что если бы еще бы 5 лет колонизации, и Советский Союз, допустим, развалился бы не в 91-м году, там, а в 95-м, в 2000-м, если бы не было бы 86-го года, если бы не было бы каких-то других событий, то мы бы потеряли полностью свою национальную идентичность, вообще не только язык, но и свой дух вообще. И были бы полными российскими ватниками, хуже, чем Якутия, хуже, чем Татарстан, хуже, чем Бурятия, Карелия. Посмотрите на ту же самую Карелию, где кавказцы дерутся с русскими, и русские выгоняют кавказцев с исконно русской земли. Уже Карелия потеряла для русских какой-либо чужеродный оттенок, она для них стала уже исконно русской. И вот такая картина была в России. Поэтому в 86-м году даже люди, которые приезжали со мной, вот я через год приехал в Алмату после этих событий, мы этого до конца не понимали. С каждым годом все открывалось больше и больше. И когда в 91-м году Казахстан освободился от колонизации, и когда говорят независимость, это независимость от России прежде всего. Она вышла из состава Большой России. Если Малая Россия – это РСФСР, РФ, то Большая Россия – это был Советский Союз. И то, что наделали в Москве со своим шовинизмом великодержавным, он, в принципе, и породил развал Советского Союза. И то, что сегодня Путин творит со своим великодержавным русским шовинизмом в России против Якутии, против Татарстана, Поволжья, Кавказа, народов крайнего севера, уничтожив 6 автономий, это та же самая картина, которая была в Советском Союзе в последние десятилетия. Открытая русификация и шовинизм. И поэтому надо отдать должное декабристам. И то, что Назарбаев скрывает до сих пор архивы спустя 30 лет, это обо многом говорит. То, что декабристы до сих пор не награждены толком.
Нет до сих пор, их можно было бы всех орденами наградить. Нету красной книги, куда были бы занесены фотографии, фамилии, биографии всех декабристов, всех участников событий. Всего этого нету. Это должно быть мировым тиражом, это должно быть раздаваться на... Я просто расскажу пример, когда Уго Чавес в Венесуэле издал Дон Кихота миллионным тиражом. 1 миллион тираж на такую же республику, как Казахстан. У нас, как и у Венесуэлы, население 17 миллионов человек. И вот на 17 миллионов человек обычные тиражи 50 тысяч. Мы точно так же должны великие книги Мухаммеда Катаева, Абая, в списке декабристов должны размножать массово и раздавать, чтобы они были в каждой семье. И вот эта вся ситуация, когда Назарбаев боится, смертельно боится ежегодного празднования. Для него 16 декабря – это день смерти. Это его, он обычно уезжает за рубеж. Сам Аким, вот этот Ахметжан Исимов, тоже официально говорил, что я уезжаю в эти дни из Алматы, сам мэр города. И вот такая ситуация, когда ставят вот эти российские христианские елки, а в то же время проклинают память декабристов, тех людей, которые находились на этой площади, вышли на митинг, на несанкционированный митинг. И то, что эти два дня люди не уходили с площади, люди уходили обычно с митингов у нас через 2 часа, а люди стояли 2 дня там с палками, сопротивлялись этим лопаткам солдатским, не уходили, сопротивлялись, сражались, как на поле боя. И 2 дня держались, и люди прибывали, уходили, приходили с разных вузов, пообедали, потом снова приходили. И вот это все время, оно для властей, это страшнее всего. Сейчас Назарбаев больше всего боится, это митингов. И вот эта ситуация, когда он боится всего, она и порождает вот это отношение ненависти к декабрю, к Желтоксану, к 86-му году. То, что по большому счету в Москве приняли решение не применять оружие, наш Назарбаев применил уже на Узене. То, что творилось в 86-м году, оказались цветочками по сравнению с тем, что творит сама казахская власть Назарбаева по отношению к родным казахам. И вот эта ненависть почище той шовинистической ненависти, которая была у русификаторской чужеродной Москвы, когда она ставила чужеродного Колбина. Так в этом отношении Назарбаев в 100 раз хуже, чем Колбин, чем Горбачев, чем любая проклятая Москва. И поэтому мы должны это помнить, должны это знать, и когда будет новая власть, мы должны почтить память этих декабристов, наградить квартирами, наградить орденами, наградить книгами памяти, воздать должное. Где парады? Почему желтоксановцев не собирает организованно вот эти... Сколько их прошло через эту площадь в те дни? Порядка 40 тысяч, по многим данным. Так этих людей нужно на колонны демонстрантов, парад выводить. Народ должен их запечатлеть, должен видеть их, сфотографировать, видеосъемки. Должны быть приглашены на лучшие места, на горячие темы, программы на телевидении, на всех каналах. И должно отмечаться это все на центральной площади в Алматы. День памяти. Это день казахского восстания, по большому счету. День казахского восстания, которое опередило Прибалтику, Кавказ. Именно мы зажгли вот этот дух сопротивления, дух свободы во всей республике, национальной республике и автономии Советского Союза. Поэтому во многом развал Советского Союза произошел благодаря вот этому духу сопротивления казахов, который на сегодняшний день меньше, чем в 86-м году. И сегодня Назарбаев со своим КНБ, комитетом Назарбаевской безопасности, и во главе вот с этим генералом Каримом Масимовым, новоявленным, сегодня пугает казахов, чтобы не выходили. Это что за херня получается, господин Назарбаев, что вы студентов запираете каждый год в общежитиях? В Жургеневке рассказывают студенты, что каждый год вывозят их на 16-17 декабря, на 2 дня вывозят в горы. И они не знают, что там делать, их не отдают им спускаться в город, на площадь. Это что за фигня, что в день Великого Восстания людей выгоняют из города? Патриотов, вот сегодня Курал Медеев, выгоняют его из города, чтобы духа его не было 2-3 дня. На 16, 17, 18 число. Почему студентов
отпускают среди сессии и отправляют по домам в Тараз, в Аркалык, в Жезноузень, в Жезказган, в Атрау и так далее. Это до какой степени нужно бояться свой народ, ненавидеть своих казахов родных? Сегодня Пекин не проявляет, или Москва не проявляет такой ненависти, как собственный Назарбаев казахам. Поэтому вот этот Назарбаев, который 25 лет терроризирует народ, мучает народ, он хуже фашистов. И то, что он делает по отношению к собственному народу, давным-давно он заслужил участи Каддафи. Он сам напрашивается на это. И то, что люди его ненавидят, это его собственная заслуга. И то, что делает Комитет национальной безопасности с провокацией ненависти к самим себе, к сотрудникам КНБ и так далее, это все откликнется, аукнется им. Они об этом неужели не думают? Неужели они не думают о чести, о репутации своих детей? Они думают, что вот эта вся ситуация, она что, вечно будет твориться? Поэтому сегодня посадили человека, фактически прохожего, которого я толком не знаю, с которым не переписываюсь, его сейчас сотку просматривают, а самого посадили на 15 суток. Его зовут Алмат Жумагулов из Тараза. За что? За что садят людей? За перепост моей статьи? Боже мой, какие проблемы? Кто-нибудь из министров, из генеральных прокуроров, как что-то вслух высказывает, какие-то претензии ко мне? Озвучьте, подебатируйте в эфире. У вас есть столько телеканалов, выскажите свои сомнения. Скажите, почему нельзя выходить 30, на 30-летие декабря? Объявите этот день проклятым днем, день ненависти властей к этому дню. Отмените вообще полностью все вот эти ситуации, чтобы не было разночтений, потому что народ думает, что это великий день, великий праздник, когда люди приходят на эту площадь с цветами помянуть героев. А вот эта власть собачья, она считает этот день проклятием. Тогда вы так и скажите, что вы власть оккупантов, которые действуют в интересах России и Китая. И нахрен вы кому нужны будете? Своим потомкам, своему народу. Ваши все памятники все сгниют или уничтожат, или свалят. Вы вот этой антинародной политикой, когда вы не можете нормально с народом разговаривать, когда вы не можете в народ выходить. Я задавал вопрос уже сегодня. Назарбаев когда последний раз приходил на барахолку? Когда он приходил в районную поликлинику? Когда он приходил в какую-нибудь колонию или тюрьму поговорить с зэками, с арестантами, поговорить со своим народом, поговорить в Шанараке, в трущобах, в бедных районах, когда он мог приезжал в районный центр поговорить с людьми из глубинки, где уже все уничтожено, все совхозы, колхозы, все фермы, все производство, переработка, где люди безработные, люди уезжают в города, в областные центры, где многие районы опустели, как пустыня. Если сравнить фотографии, которые были населенных пунктов при Советском Союзе и которые сейчас, сегодня у нас существуют только областные центры, по большому счету. В областях, в районах нету людей, люди не живут, люди уезжают оттуда. Населенные пункты опустели, там уже закрыли, Назарбаев закрыл им школы, закрыл эти поликлиники, закрыл больницы сельские. Сельских фельдшеров практически нету. Детскую педиатрию уничтожил, сейчас пытаются ее восстановить. Как ее сейчас восстановишь на ровном месте? Ломать не строить. И вот эти понты назарбаевские постоянно, что мы единственное государство, которое что-то делает, которое строит гигантские предприятия. Боже мой, кто-нибудь напомнит мне, какое гигантское предприятие мы построили за 25 лет при Назарбаеве? Одни понты. Вот эти нескончаемые понты. Самая худшая казахская черта с этими понтами, она воплотилась полностью в Назарбаеве и в его семье. И давным-давно его нужно увольнять. И если увольнять, то только через митинг, который будет продолжаться 2-3 дня. Вот как 16-17 числа было, вот если так, точно так же простоим, народ сам его скинет, проведет и добьется честных выборов, на которых люди, которые действительно представляют казахов, которые представляют Казахстан, казахскую власть, казахский народ, казахскую молодежь, вот тогда она и будет выбирать сама свою власть. А молодежь, вы не думайте, что вы, уехав с другого города, вы можете приехать в свой родной Тараз и выйти на площадь своего родного Джисказгана, Караганды и так далее. Это ваша родина. И мы, может быть, сейчас умрем через 10 лет. Кто-то раньше, кто-то через 20 лет.
Но жить вам, думать вам о своей родине, о будущих детях, вам жениться, вам растить новых детей, новое поколение казахов, Казахстана. С кем останется? Сегодня то, что творит вот этот шал, он фактически подставляет задницу страны под Китай, под Россию, заполонил полигонами, заполонил полностью долями в каждой экономике, в каждой отрасли для Китая. У нас все раздолье, у нас все продано. У нас нет предприятий. У нас закончилась эра на земном шаре, заканчивается и закончилась эра нефти и газа. Сейчас идет эра новейших технологий и альтернативных источников энергии. С чем останется Казахстан? Он остается у разбитого корыта. Он остается с экономикой, которая не адаптирована, не диверсифицирована, у которой нету нормальных источников, которые она могла бы продавать за рубеж, экспортировать. Нет достойных продуктов, нету каких-либо машин, которые мы могли бы продавать в Америку или в Японию. Вот с такой экономикой мы происходим. Что сделали арабские страны? Они вложились так много в туризм, что на сегодняшний день на одном туризме они могут существовать и сегодня, даже если убрать у них сегодня нефть. Что сделал сегодня Казахстан по поводу туризма? У нас даже на Алаколь проехать невозможно. Вы пока до Алаколя доедете на машине, вы все почки отобьете. Вы там будете на берегу Алаколя лежать, отдыхать от этого дня и думать с ужасом, боже мой, еще мне возвращаться по этой же дороге. Это кошмар. Алаколь, Капчагай, Боровое, у нас Каспий, у нас многие места в Туркестане и так далее. Доедьте, пожалуйста, до Туркестана нормально сможете. А вот от Шымкента до Атырау, до Уральска, там нет дороги вообще. Это дороги убийцы. Назарбаев сделал все возможное, чтобы сюда люди, туристы не приезжали. Чтобы туристы внутри из одного города в другой город просто не ездили, не общались. Грузинский царь был такой, строитель. Давид строитель. У него была красноречивая фраза: кто строит дороги, тот строит государство. Если мы с такими пространствами, не то что в Грузии, которые в нас меньше, чем в 20 раз, вот это большой Казахстан, который не имеет дорог и маленькое население, практически нет населенных пунктов между областными центрами, по большому счету, во многих областях, и не строить дороги означает вести все дело к развалу страны. Вести дело к экономическому сепаратизму, когда многие регионы начинают жить сами по себе натуральным производством и не хотят зависеть от других стран. На сегодняшний день посмотрите, просто вдумайтесь в одну простую вещь. Допустим, Кызылорда и Мангистау. Насколько они связаны экономически сегодня? Если на самом деле мы и Кызылорда полностью 90% своих продуктов закупает из Китая. И тот же самый Актау закупает продукты из России, из Китая. Они с Россией, Актау больше связан, чем с Кызылордой или с Уральском. Кызылорда больше связана с Узбекистаном, чем с Джамбулом. Вот такая экономическая пустыня, которая создана благодаря безграмотной, преступной, расхлябанной, равнодушной политики Назарбаева, она приводит к развалу страны. И то, что делает Назарбаев, это Казахстан после его ухода придет в такое состояние, когда новая власть, новое правительство практически многое чего не сможет сделать, и она будет как, знаете, как ледник, который сходит с гор, его остановить невозможно, и он уходит под Китай, под Россию. И много здесь трудно будет сдержать инерционное движение. Затормозить, остановить, повернуть вспять, поднять его снова на пик. Наш пик Хантенгри, который находится великий, на нашей территории, сейчас отдан Китаю. И вот эта вся чехарда, когда мы отдали на границе с Китаем 500 квадратных километров. В 69-м году пограничники, в 69-м году... Помните, был инцидент возле озера Лжаналашколь, это возле Алаколя. Так его Назарбаев отдал без боя. Отдал вместе с этой пограничной заставой, отдал с месторождениями. И что такое 500 квадратных километров? Из 200 стран мира, 80 стран, почти 40% государств мира
имеет территорию меньше, чем 500 квадратных километров. Вот такую территорию Назарбаев без огласки, без обсуждения с народом, без обсуждения в парламенте, молча отдал вместе с Токаевым Китаю. И считает, что они выиграли, что это вот такая ситуация, она приводит к победе Казахстана и так далее. Просто шаг за шагом идет предательство. И когда-то, в 2010 году, когда Гульжан Эргалиева в газете «Свобода слова» назвала меня пьяницей, алкоголиком и наркоманом, что я назвал Назарбаев Кет состояние алкогольного опьянения, хотя я не пил и не пью, я тогда озвучил 15 оснований импичмента президента Назарбаева. Дело в том, что у нас по Конституции президента отрешить от власти импичментом невозможно практически. Потому что там написано, что можно только за государственную измену. То есть за изнасилование нельзя, за коррупцию нельзя, за убийство нельзя, только за государственную измену. И еще примечание, только за ту государственную измену. Если, допустим, можно на пальцах 10 пальцев насчитать, то из 10 пальцев можно наказать только за ту государственную измену, которая касается перехода на сторону врага. Так вот, получается, это военный термин. Военно-государственная измена. Так вот, даже по этим основаниям, вот то, что отдали 500 квадратных километров, это измена. То, что отдали Китаю множество наших казахских танков, которые охраняли нашу территорию и нашу границу, теперь стоят на китайской территории и направлены против Алматы и Усть-Каменогорска и Талдыкургана. Это государственная измена. Это государственная измена. То, что Комитет национальной безопасности прошляпил и не выполнил свою функцию, его надо расформировать. Когда они в 91-м, 92-м, 93-м годах ситуацию создали такую, когда целые дивизии, целые полки уходили безнаказанно в Россию. А военная контрразведка, которая подчиняется Комитету национальной безопасности, все это прошляпила. И была в сговоре с Россией. И они помогали угонять вот эти полки. Когда это тоже измена. Это измена. И когда мы взрывали подземные укрепленные районы на границе, 200 километров шириной, 50 километров глубиной, возле каждой дырки, через которую могли пройти китайские танки, взорвал Назарбаев. Был так называемый договор о 100-километровой делимитаризованной зоне в пограничной полосе. Когда у Китая нужно ничего не было в этой зоне, а взорвали исключительно то, что находилось на казахстанской территории. От этого договора получил только исключительно Китай. И я не знаю, сколько денег заплатили Назарбаеву, чтобы вот такой договор подписать. Но в итоге обороноспособность была потеряна. У нас было 7 дивизий плюс 3 резервные, 10 дивизий. Из этих 10 дивизий ничего нету. Ни одной дивизии. Был корпус ПВО, нету. Был корпус ВВС, его уничтожили. Был 17-й армейский корпус, его уничтожили. Была 40-я, 32-я армия, ее уничтожили. Так что нужно сделать, чтобы Назарбаева отдать под суд, чтобы он ответил за государственную измену перед казахами? Он делал каждый раз все то, чтобы страна страдала. Страна унижалась, страна теряла свои ресурсы. Страна распродала и не имеет на сегодняшний день что-либо, что связано с этими всеми делами. Он практически, мы находимся под экономической пятой колонизации России и Китая. Поэтому вот в этой ситуации те ребята, которые придут на 16 декабря и попытаются отдать, поклониться тем ребятам, которые были 30 лет назад, которые сейчас повзрослели на 30 лет назад, и они говорят сами с горечью, что мы, получается, зря выходили, нас и не наградили, и даже то, что ради чего мы выходили, ради независимого Казахстана, все это потеряно нашим президентом, бесславным президентом Назарбаевым. Выход очень простой. Если 2 дня будет продолжаться митинг, вот Азат Жилкибаев пишет, выход очень простой. Если весь Казахстан во всех районных центрах, городах, выйдет, неважно, в одном районном центре выйдет 10 человек, в Алмате выйдет, допустим, 5 тысяч человек, неважно, чтобы люди выходили все одновременно 16 декабря. 10 часов приходили
и уходили оттуда 18 числа, 2-3 дня простоять там, не поддаваться на провокации полицейских, не приносить с собой оружие, если там сами полицейские не начнут стрелять без всякого повода и так далее. 2-3 дня простоять, и люди придут просто потому, что кто-то не успел, оповещение на Фейсбуке недостаточно тотальное. Телевидение, радио не находится у Назарбаева, они будут молчать про этот день. Газеты, журналы тоже будут молчать. Поэтому остается вся надежда на то, что люди будут узнавать друг от друга по WhatsApp, по Viber, по смс-кам, и люди будут приходить с опозданием на 5 часов, на 10 часов. И люди заполнят площадь, и если даже, в принципе, люди не смогут попасть на сам Байтерек в Астане или на саму Алтын-Адама, на Новую площадь, на площади республики в центре, то они будут собираться вдоль оцепления, будут собираться там, чтобы мощно там пропеть песни, петь казахские песни, петь, говорить, обсуждать, знакомиться друг с другом, обмениваться телефонами и быть готовыми к тому, чтобы снова встать на защиту нашей Родины. И те ребята, которые 16 декабря 1986 года выходили на защиту Родины, они патриоты, и они защищали Родину от оккупантов, тогда от российских оккупантов. А сегодня нам приходится защищаться и от российских, и от китайских оккупантов, и вот этих олигархических оккупантов во главе с Назарбаевым. Сегодня врагов в 3 раза больше, чем тогда. Сегодня ситуация еще хлеще, чем вчера. Сегодня враг готов применить дубинки по поводу, без повода и так далее, того, чего раньше мы и думать не думали. Вот такая ситуация. Поэтому я думаю, что нужно собираться и идти собираться там. Теперь давайте подумаем, что будет, если мы не придем на этот митинг. Мы готовы ждать 5-10 лет снова, чтобы нашу страну снова грабили? Мы готовы просидеть на диване там, когда люди придут другие туда? Мы готовы смотреть потом своим внукам и своим детям за то, что мы ничего не предпринимали для того, чтобы спасти свою страну? И еще один факт. 16 декабря, я не припомню, вы не можете напомнить мне случай, когда 16 декабря полиция кого-либо арестовывала. По-моему, 16 декабря это такой день святой, когда власти дают слабину моральную, потому что они сами чтут этот праздник, их солдаты, не они сами, а рядовые солдаты, полицейские, они чтут этот день, и они не понимают, как можно за этот день наказывать людей, которые пришли на площадь отметить. День памяти великого восстания, день памяти великого бунта, день памяти великого выступления и духа. Поэтому то, что сегодня уже за 10 дней, за неделю площади все оцеплены уже заранее, просто на самом деле позор и Кариму Масимову, и вот этому новому генеральному прокурору Жакипу Асанову, и самому Назарбаеву, и Кайрату Мами, и МВД Кулмухамеду Касымову, которые на словах только казахи. На словах. В них нет никакой чести казахской, нет никакой гордости за народ. Нет никакого почтения к 86-му году. Нет никакой гордости за то, что люди вышли смело на митинг. И люди выражали свое возмущение в 86-м году именно через митинг. Именно через то проклятое слово, которое сегодня стало нарицательным для КНБ, которое является основанием для того, чтобы людей сажали за то, что человек ничего за неделю до митинга сажать, это маразм. И люди в КНБ пытаются меня запугать, что сегодня арестовали человека за перепост моей статьи. Теперь я хочу сказать о том, что люди должны сейчас поддержать Алмата Жумагулова. Есть его жена, есть его родственники. Мы должны сообщить, где находится эта тюрьма, помочь им самим всем собраться и график разработать. На 15 дней
14 дней люди будут приходить группами, а 15 числа мы все вместе попытаемся встретить его у ворот спецприемника на улице Лобачевского, академика математика Лобачевского. Лобачевского, дом 10, это находится на выше Рыскулова и от Белинского в сторону запада, в сторону Мамышева. Вот на Рыскулова Белинского, там находится эта тюрьма, которая называется специальный приемник для административно арестованных. И этого героя через 15 суток надо встретить, а вот этим козлам, которые его посадили, и судью нужно знать, фотографию, просто кто из вас может фотография, фамилия этих КНБшников проклятых, этих офицеров МВД, которые оформляли протокола, судей, прокуроров, этих козлов, которые являются рядовыми исполнителями Асанова, Мами, Касымова, Масимова и так далее. Мы всех их будем наказывать через гражданскую казнь, через позор гражданский, через выставление их фотографий с их семьями, с фотографиями и фамилиями. Пусть люди знают, что эти козлы ходят по нашей земле, что эти люди позорят казахов. И вот так, шаг за шагом, мы будем все это делать и говорить. Поэтому вот такая ситуация. Я бы еще хотел бы сказать, новости были какого характера. Кадырали Булманов и Кархат Абильдина парафинились, опозорились. Я даже не знал про этот, когда апрель-май месяц был, я даже не знал про вот эту историю с Тукал. Это пипец, конечно, то, что ситуация случилась там, ненормальная. Что они хотели, попытались сорвать митинг земельный через свои гнилые новости про фальшивых, мнимых тухалов. Кому они интересны? Кому это интересно вообще? И как они, в принципе, пытаются принизить роль митингов, которые, оказывается, сравнимы с известием про их тухал? Такая чепуха и такой низкий интеллектуальный уровень вот у этих актеришек. Поют хорошо, голос отличный. Но мозгов ни хрена нету. Просто стыдно за них. Наверное, Назарбаев должен им дать новое поручение, чтобы отвлечь от 16 декабря. Назарбаев должен, что ли, про своих тухалок рассказать, чтобы 16 декабря не приходили люди. Что нужно сделать им? Вот такой чепухой занимается и КНБ сегодня. Курала Медеева вызвали и терроризируют. Опять почему-то ему передают, что Нарымбаева силой затолкают в самолет и привезут. В Алмату накажут, в тюрьму посадят и так далее. Его самого угрожают уголовным делом, административным сроком. Хотят отправить в Тарас. Говорят, что нужно в Алмате, чтобы никто не находился из активистов оппозиции. Вот такой дребедень. Скоро нам вообще по территории Казахстана из квартир будет запрещено выходить. Вот такой проклятой вся ситуация. Мы находимся в проклятом государстве, которое создал Назарбаев. Где получается 17 миллионов человек на самом деле находятся в тюрьме. А как по-другому скажешь? И вот этому режиму прислуживают Кадырали Булманов, Каракат Абильдина, Роза. И вот эта вся ситуация, конечно же, надо же все это ломать, это дух надо поднимать. И не в этом году, так в следующем году мы поломаем хребет этому КНБ, расскажем про всех вот этих, опубликуем все доносы КНБшников и их сексотов. Пусть опубликуем списки, опубликуем полностью, залинчуем и кастрируем через люстрацию, запретим на госслужбу выходить 30 лет всем, кто прислуживал Назарбаеву. Всем, кто писал доносы Назарбаеву. И вот эта ситуация, она должна перевернуть всю страну. Мы должны очиститься от такого говна, которое скопилось в свое время в греческих легендах, называлось Авгиевой конюшней. И вот Авгиевой конюшней, как Геракл, мы должны вычистить. И вычистить сразу за одно поколение, за 10 лет. За 5 лет. А коренные вещи вычистить за первые месяцы, за один год. И все в наших руках, если мы будем не бояться, а будем выходить на митинги. Вот такая ситуация. Ну вот еще у нас очередная новость. Это Тасмагамбетов на его племянника наехали в Актюбинске под предлогом салафитов. Я не верю ни в каких салафитов, какая там ситуация бы ни была. Скорее всего, клановая борьба началась и у Тимуратов Адильбеком Джаксабековым.
сейчас пытается сломать Тасмагамбетова, его бизнес, которого тоже там все проворовались. У Тасмагамбетова нефтяной бизнес, бизнес в банке, Казкоммерцбанк, БТА-банк, и сейчас еще и Народный банк. И вот эта вся ситуация пытается надломиться. Сейчас выскочил и Айсултан Назарбаев со своим отчаянным постом против элит. И это хорошо. Сейчас идет раздрай внутри назарбаевских кланов. Идет раздрай для того, чтобы захватить пост преемника, пост второго президента после Назарбаева. И это говорит о приближении часа Х, когда народ должен помешать Назарбаеву просто так на грязных фальсифицированных выборах пропустить преемника, когда этот преемник будет пытаться держаться за власть, а мы будем через митинги его оттуда стаскивать и добиваться честных выборов. И вот так, шаг за шагом, мы и будем сопротивляться всем вот этим махинациям Назарбаева и его команды. А кланы, они рассчитывают на то, что пройдут эти грязные выборы и пройдет тот преемник, которого они навяжут Назарбаеву. Поэтому вот эти 3, 4, 5 группировок, они будут драться друг с другом. Будут кто-то пытаться заигрывать с народом, а мы будем их использовать. Натравливать друг на друга, вбивать клин между ними, трещины ихние, чтобы они там разодрались, ослабили власть, чтобы полиция, КНБ, армия, силовые структуры потихоньку ослабевали вожжи и помогали народу вставать смело на митинги и выходить на Майдан 24-часовой, 40-часовой, 100-часовой, неважно. Но чтобы мы этого Назарбаева убрали. А пока, в принципе, они пытаются параллельно и охотиться за мной, но пару гнит при попытке меня сдержать, украсть, похитить, я им поломаю эту жизнь. Поэтому у них ничего этого не получится, и кишка тонка у них. Поэтому мы будем сражаться внутри Казахстана или снаружи, но нужно, чтобы мы делали, каждый из нас, то, что может делать. Перепосты, посты, лайки, публикации, видео, помогать передачками. Вот на завтрашний день, суббота еще работает, завтра на субботу нужно кто-то, чтобы записался, и я сейчас опубликую график, попробуйте записаться на то, чтобы люди пришли и помогли спецприемниками с нашими патриотами, помогли им переносить им передачи. И одновременно приходить на митинги, организовываться и так далее. Я буду с вами всегда. И я сейчас еще хочу поздравить Гульнару Жуаспаеву с сегодняшней победой. Коллегия адвокатов пошла против Верховного суда и Министерства юстиции и не дала в обиду нашего народного адвоката Гульнару Жуаспаеву, который защищает Еңлік Садыкову в Кызылорде против порноминистра Алиева Арсамбека Мухамедиулова. Арсамбеку Мухамедиулову я все-таки советую, особенно на фоне того, что вы отказались обжаловать отказ суда в начале производства по вашему иску, Кинлик. Все это говорит о том, что, особенно на фоне того, что полиграф доказал, что Еңлік была полностью права, а вы лгали. И все, что сексуальное домогательство по отношению к другим девушкам, тоже правда. И я призываю всех девушек тоже пройти через полиграф, а самого Мухамедиулу подать в отставку. Назарбаев должен отправить его в отставку. Премьер-министр должен отправить его в отставку. Все Тасмагамбетов, который является начальником вот этого горе-порноминистра, тоже должен отправить его в отставку. И все вот это вселяет в нас надежду, что с помощью Фейсбука, прямых эфиров, видео, моих публикаций и публикаций многих-многих патриотов, надо идти навстречу своей судьбе и вершить нашу историю своими руками. Курал Медеу, которая сегодня хозяйка, выгнала на 3 дня. Оказывается, 3 дня человек ходил без квартиры. Его хозяйка выгнала по требованию КНБ.
Этот позорный КНБ самыми гнилыми методами пользуется. Через баб, через семьи, через детей, через жилье. Сукины дети сейчас сидят в этих кабинетах КНБ. Бабы. Вернее, не бабы. Бабы и то смелее. Еркек имес, Масимов. У меня просьба ко всем. Помогите Куралу Медеову. Ему нужна работа с хорошей зарплатой. Ему нужна жилье, квартира. У кого есть времянка, у кого есть частный дом, у кого есть квартира, помогите Куралу. Сейчас нужно помогать ребятам, помогать друг другу, помогать своим патриотам. Сегодня мы должны помогать друг другу. Когда мы помогаем друг другу, когда мы защищаем друг друга всеми фибрами, всеми массово, мы спасаем свои души. Мы вселяем в наши собственные души надежду, что мы победим. Курал, мы тебя не оставим в беде, и мы тебе поможем. И поможем Алмату Жумагулову. Поэтому, ребята, давайте мы все потихоньку будем собираться на 16 декабря и будем помогать тем, кого сейчас пытается КНБ запугать. У комитетчиков только один способ запугать людей. Им выделили такие миллиарды, сотни миллиардов. Для чего? Для того, чтобы запугивать нас. У них другого оружия нету. Ни интеллекта, ни ума, ничего нету. Давайте счастливо, ребята. Я буду с вами.